Правильно, в Киеве октябрь. Всем привет! Ну что, давайте рассматривать, что, с чем я буду работать сегодня. Это все еще переделка для Русланы. Я оставила на эту переделку мелкие бусинки, причем кроме тех, которые я показывала вам в прошлом видео, я набралась еще до пакета Руслананных украшений и выбрала оттуда еще дополнительно бусинки. Эти бусины вам уже знакомы. Это были деревянные бусы, такой пояс, который я переделывала из него бусы. Вот осталась такая вот мелочевка. Остался коралл. Это вы все видали. Кстати, вот это тоже мне нужно для переделки. Я когда что-то делаю, мне всегда хочется кушать. Вот чтобы не толстеть, помните, как в рекламе, 2 килокалории. И я вот, чтобы не жевать что-то постоянно, иногда беру эти конфетки. Это тоже необходимый атрибут переделки. Давайте смотреть дальше. Вот такие вот бусинки. Очень уже они мне нравятся, если честно. Жалко, что их очень мало. Вот кроме вот этих двух пластиковых бусинок, которые просто идеально соединяются вот с этими деревянными. Такие вот... приятная на ощупь. Откуда-то их Руслана срезала. Что это было, я не знаю. Но вот эти даже на такой льняной или конопляной, я не знаю, это веревка. Ну вот очень уже не мне нравятся. У них, во-первых, приятный цвет. А во-вторых, они хорошо между собой сочетаются. И в-третьих, они замечательно сочетаются вот с этим всем. Поэтому вот правда ж тянется рука вот это все соединить. Я не знаю, были ли они изначально вместе, или Руслана это уже потом их вместе в пакетик соединила, как подходящие друг к другу. А может, это и я их положила в этот пакетик, когда разбирала бусины у Русланы. Здесь есть две таких вот серьги. Две серьги. Значит, что с этими сережками? Во-первых, они очень крупные. И я не знаю, как Руслане носятся такие украшения. Наверное, не очень, раз она отдала их в переделку. Но что можно сделать с двумя серьгами? Можно их использовать как коннекторы. Например, вот так вот по бокам. И здесь какие-то, видите, они ажурные. Поэтому это удобно будет сделать. Потому что вот тут есть такие отверстия, куда можно колечки прицепить. И, соответственно, ниточки такие. Вот несколько ниток сюда подвесить. Но... мне не нравится эта идея, потому что они, опять же, очень крупные. Массивных украшений я Руслане наделала уже очень много. То есть я не думаю, что вот ей так нужно так много массивных украшений. Кроме того, тут две серьги, они немножко, я не знаю, видно здесь сейчас на видео или нет, они разного оттенка. Вот это более такая, знаете, светлая, бронзой, а вот это какая-то черненая. И это мне тоже не нравится. Я-то могу, конечно, ее попробовать почистить, но что получится, тоже не знаю. То есть изначально они выглядят разными. Что мне здесь не нравится? Мне не нравятся вот эти пластиковые кабошончики. И для, по крайней мере, вот то, что так как я себе задумываю украшения, с одной серьги я буду точно снимать вот эти пластиковые кабошоны. Они очень удешевляют. Если сама вот эта металлическая основа выглядит красиво, то вот эти кабошоны мне просто вообще не нравятся. Вот как бы одну серьгу можно, ну, просто заменить их на какие-то другие, на камень. У меня же много. Вы же помните, у меня тут о, вот, например, да. Вот такие вот голубые камушки. Сейчас вот давайте посмотрим. Посмотрим это. Вот согласитесь, что вот так вот заменить на такой камушек, это будет лучше.
Я хочу, в общем, сменить эту пластмасску. Я, наверное, это сделаю. Так. Поэтому это, наверное, каждая из сережек пойдет на отдельное украшение в качестве центральных элементов. Просто эти центральные элементы будут по-разному сделаны, с разными цветами кабошонов. Может быть, даже один вот так вот будет сделан, второй перевернут. То есть вот серьги я хочу все-таки делать не коннекторами, не сережками, а вот центральными элементами. Но кроме того, у нас же есть еще вот такая вот такие вот керамические бусы. Я думаю, что это керамика. Я так их на ощупь. Я думала, кость это или керамика. На ощупь это керамика. Приятные очень бусы. У них, правда, есть проблема. У них начал истираться цвет на некоторых бусинках. Но, может, они такие были с самого начала. Ну, тут есть светлые, которым это не угрожает. И есть бордовые, которым, конечно, это опасный такой вот процесс, если они, с них начинает истираться краска. В принципе, их можно было бы соединить вот с этими. Но очень уж, понимаете, добавляются лишние цвета. И вот эта пастельность такая, она начинает разбавляться совершенно ненужными цветами. Мне это не нравится. А тут же еще есть две таких вот бусины. Они пластиковые, но они идеально подходят под вот эти зеленые диски, которые здесь есть. И, возможно, я вот выберу, я разделю вот эти диски. Будут ли сережки, я не знаю, с этими дисками как-то использованы, но они точно будут. Наверное, вот одну серьгу я возьму к этим дискам. Что-то мне захотелось. И вот таких две бусинки есть. Вот светлые и красные я, наверное, отправлю сюда. А зеленые и какие голубые тут. Какие-то. Ну, в общем, мне хочется почему-то эти бусы разобрать. Руслана их носила вот так вот в два сложения, судя по тому, что я вижу. То есть они у нее вот так вот выглядели. Вот видите, тут прицеплено колечко. И там где-то замочек. Вот замочек. И она вот в два сложения. То есть она, я так понимаю, что она сама себе сложила. То есть изначально это были длинные бусы, но она вот их так сложила. А я хочу их просто разобрать. Раз уж длина для Русланы была их не важна, вы видите, что она их укоротила сама, я, наверное, все-таки их рассортирую. И вот зеленые. Таким образом я решу задачу вот с этим разнобоем, который возникает, если зеленые добавлять сюда. Вот такая вот задача стоит. Как вам такие материалы? Так что давайте смотреть, как и что я буду с ними делать. Маленькие такие видеокомментарии к процессу, как я уже не первое видео вам показываю, я поняла, что вам это нравится. Вот такие вот маленькие зарисовочки к процессу создания украшения сейчас посмотрите. И по окончании увидим, что же у меня получилось. Вот такая вот рассортировка, во-первых, даст нам представление о том, сколько и каких бусин у нас есть, каких цветов. Кроме того, я обнаружила, что нестойкое покрытие, вот смотрите, в основном почему-то на бусинах вот красного, коричневого цвета, видите? И я сознательно, то есть мне вначале хотелось отправить их вот сюда, вот такие бордовые бусины. Но потом я поняла, что если эти бусины будут истираться, то лучше им все-таки быть в компании вот с такими цветами. Тогда они просто будут ближе вот к этим оттенкам. А здесь таких почти нету. Здесь есть желтые, но они все-таки другого оттенка. Видите, у них нестойкое покрытие, и поэтому они уйдут вот в компанию к этим бусинам.
А здесь смотрите, какое образовывается красивое сочетание. Я даже не буду убирать отсюда ни желтое, ни фиолетовое, потому что мне не нравится. Я, наверное, куплю бисер каких-то подобных цветов. Мне очень нравится эта компания. Ну что, давайте рассматривать. Сегодня я успела сделать только два украшения, хотя планировалось больше. И начать я хочу с этого украшения. Здесь смешаны просто даже не остатки, и остатки, и переделка. То есть здесь намешано просто очень много всего. Вот эти бусины, которые, вы помните, крупные были. На веревочке такие две, как бы две части чего-то, не знаю, было. Мне захотелось это украшение показать именно на черном начале фоне, конечно. Хотя, конечно, оно подойдет к красному, оранжевому, песочному, бежевому, белому. То есть оно очень универсально для таких гамм. Но мне захотелось показать на черном, потому что на черном оно тоже смотрится, вот мне очень нравится, как оно смотрится на черном. Неожиданно, хотя вроде бы это дерево, вроде бы это осколочки, там остаточки каких-то бусинок, осколочки коралла. Да, кстати говоря, вот и осколочки коралла, которые у меня остались от переделки, какой-то одной из предыдущих переделок. Вот эти диски. Бронзовая фурнитура, бамбуковая такая дуга. Все здесь соединилось, и оно такое получилось. Вот здесь вот, посмотрите, шапочки такие в виде цветков. Я сознательно их сюда поставила, чтобы они подталкивали к чему-то ягодному такому. Знаете, вот какие-то ассоциации вызывали цветы, ягоды. Потому что гамма тут собралась вот именно такая, которая подталкивает к этому. Что-то, какие-то, видите, гроздья, какие-то цветочков, какие-то ягодок. Вот что-то туда меня тянуло. Украшение на черном получилось неплохо. И меня это вот как бы приятно порадовало. Хотя, конечно, я же говорю, что бежевый цвет, любой другой, тоже будет неплохо. Или сочетание вот такой вот гаммы, когда одновременно сочетаются. Ну, то есть вот мы видим вот это такой этнический орнамент, и мы видим, что тут тоже сочетается терракот такой вот, бежевый, черный, серый. То есть предлагают нам те же цвета и оттенки, которые в этом украшении использованы. Поэтому, наверное, мне на черном оно, собственно, и понравилось. Видите, оно дополняет этот образ, это украшение. Просто прекрасно дополняет. И я даже не знаю, ну, может быть, конечно, еще можно подобрать какие-то украшения, но именно вот это в данном случае, мне кажется, незаменимым здесь. Правда же, вот здорово смотрится в таком сочетании. Ну, конечно же, какая-то более нейтральная летняя гамма. Это все-таки дерево, это все-таки какие-то керамические диски, они приятные будут, ну, тактильно, так и летом оно тоже будет, это украшение, сидеть приятно, поэтому можно с чем-то более легким это украшение тоже примерить. Смотрите, как интересно, это настоящее платье, где-то купленное на каком-то восточном базаре, то есть оно вот ручной работы, здесь такая вышивка, и смотрите, как интересно это украшение легло на такой вот вид одежды. Вот
хотя оно не является каким-то выраженным стилем, принадлежащим там к восточной культуре или еще какой-то. Но вот смотрите, как красиво оно сочетается с таким видом одежды. Ну, а ведь это не обязательно должно быть платье, купленное где-то на восточном базаре. Это может быть просто какой-то принт, какая-то блузка с принтом. И смотрите, насколько классно оно здесь дополняет. Оно в какой-то степени сливается, но так даже интересней. Оно является как бы частью орнамента, а не отдельным украшением. И вот таких вот, знаете, экспериментов можно делать очень много. И мне это очень нравится, когда на каждом наряде включается что-то свое. Ну, а это, конечно, блузка-холст. Тут даже обсуждать что-то не приходится, но зато видно украшение. И видно вот богатство всех этих деталей мелких, которых тут миллион, которые, в общем-то, забирают кучу времени, не всегда они понятны и заметны. То есть, когда ты смотришь на украшения, ты, возможно, даже не догадываешься, сколько здесь всего сделано. Но, тем не менее, эта работа здесь присутствует, и все эти детальки здесь делают погоду. Вот даже здесь, видите, здесь на цветочке, вот сбоку тоже висит такая висюлечка. Ну и с этой стороны тоже. И таких вот деталей здесь очень-очень много. Начиная от того, как сделаны эти подвесочки. Здесь тоже очень много всяких трубочки, бусинки. Ну, в общем, хватает тут всяких деталей. И это украшение, оно именно вот этим богатством деталей мне нравится. Давайте смотреть следующее украшение, что получилось. Меня будут ругать за мужской манекен, но покажу вначале на мужском, потому что у него подходит объем шеи для того, чтобы показывать, ну, в частности, вот такое вот украшение. Здесь важен объем шеи, и взяла мужской. Потом переодену в женский, чтобы замаскировать этого черного мужчину. Я надела на него черную кофточку, такую вот. Надеюсь, она ему идет. И покажу вот это украшение, в котором я собрала такие вот, как этот цвет назвать? Он не зеленый, он не морской волны, он не бирюзовый. Ну, такой какой-то сложный такой цвет. И здесь еще собраны вот разные сиреневые, фиолетовые, черные. Есть, кстати говоря, в кулончик я тоже добавила такие. Деревянные бусинки я добавила. Вот из мелкой такой ниточки. Вот здесь вот тоже они на затылок ушли, потому что я считаю, что на затылке это, ну, в общем-то, приятно, когда такие дерево прикасается. Так оно не видно, но здесь будет приятно это прилегание к шее. Что оказалось вот с этой серьгой? Я просто восхищена. Вы знаете, это помните, как в фильме «Служебный роман» там покрасили двери зеленой краской, которую невозможно было отодрать. Вот здесь невозможно было отодрать эти синие камушки или элементы, или как они называются, я не знаю, их было невозможно отодрать ни зубами, ни дремелем. Они просто намертво были там стояли. Они ничем не разбивались. Это просто какие-то были вечные такие элементы. Поэтому я решила, что раз их невозможно убрать, значит, их надо преобразить. И я их преобразила вот такой вот цвет бусином крошкой песочной, покрыла лаком и, ну, такие вставила более крупные желтенькие там фиолетовые элементы. Здесь желтенькие почему-то кажутся такими какими-то бежевыми, но они такие светло-светло-желтые, ближе, конечно, к бежевому, но желтое угадывается отчетливо. Вот такая вот, такое вот украшение получилось из половины плоских бусин. И я вообще
довольна этой работой. Почему? Потому что оно получилось не громоздкое, оно очень-очень тоненькое. Видите, вот эта ниточка буквально здесь 6 мм. Все очень такое хрупкое достаточно, не громоздкое абсолютно. Вот эти кисточки мне нравятся, они полностью сделаны в тон, абсолютно в тех же цветах, в которых сделано все украшение. То есть, опять же, почему-то здесь желтоватый бисер почему-то кажется таким бежевым, но на самом деле он не бежевый. Сразу, кстати говоря, прошу прощения за мои руки, которые пострадали в процессе работы там. Ну, была у меня работа, я сейчас ничего с руками сделать не могу, они такие, какие они есть. Вот, это пройдет время, прежде чем они восстановятся, потому что сейчас и руки раскритикуют. Ну вот, получилось такое вот чокер, не знаю, добавлять к нему удлинительную цепочку или не нужно. Мне кажется, что, наверное, не нужно, но вот если она так опустится, вот так вот, наверное, это уже будет не то, правда ж, вот если вот так вот ее опустить. Ну вот представим, что оно длиннее. Мне почему-то кажется, что оно должно быть вот такой вот длины, и я такой длины его хочу оставить. Ну, может, цепочку прицепить удлинительную, это 2 минуты в крайнем случае. Вот здесь вот хорошо удалось, как я это называю такими некрасивым словом, но по сути это правильно, утилизировать вот эти две бусины, которые были такие вот бирюзовые, которые передала Руслана, добавила свои. И в результате получилась такая композиция из немножко разных бусин, но они смотрятся, по-моему, естественно, как будто так и нужно. Вот через одну здесь поставила, вот здесь вот добавила. Ну и использовала такое вот античное золото фурнитуру, достаточно красивую. Красивые бусины здесь использованы такие вот. Ну, в общем, оно в целом получилось неплохо. Как делается такое украшение, как это показывала мастер-класс, там было из 2 нитей, здесь сделано из 3, но по тому же принципу сделано. Одна нитка, я сначала пыталась сделать одну нитку, она получилась некрасиво, вот вроде бы, да, вот теоретически оно должно как-то быть неплохо, но на практике оно смотрелось каким-то, знаете, ну, таким скудненьким, бедненьким. Оно смотрелось совершенно, вот не было ощущения такой, ну, богатого, вот опять же это слово употребляю, богатое, не потому что оно дорого стоит, а богатое в смысле вот идея, ее реализация, вот какая-то игра материалов, чтобы это все выглядело не дорого богато, а чтобы это все выглядело искусно. То есть богатство для меня в данном случае в искусности того, что сделано, оно не выглядело так. Я сделала сначала 2 нити, попробовала. 2 нити мне тоже не понравилось. Я сделала 3 нити, на этом моя душа успокоилась. Вот я оставила 3 нити. В принципе, украшение, наверное, будет радовать. Сейчас попробую его надеть с женским манекеном, посмотрим, и с другой одеждой, посмотрим, что получится. Вот это уже с женским манекеном. Я решила не показывать на одежде цвет в цвет, ну, просто вы бы не рассмотрели, а мне все-таки хотелось бы, чтобы рассматривали детали, а не одежду. Вот, в принципе, такой контраст я считаю уместным, тем более здесь есть вот такие же бусинки, и поэтому с таким вот сиреневым, фиолетовым, лиловым каким-нибудь, такое украшение тоже будет хорошо смотреться. Оно, наверное, будет смотреться хорошо и с бледными какими-то оттенками, каких-то желтого, ну, каких-то таких подобных цветов. Сейчас я тоже попробую переодеть. Ну, это просто я показываю такой на контрасте это украшение. Смотрите, очень даже, по-моему, смотрится так, знаете, где-то переход какой-то между бохо и этничностью. Ну, вот где-то на грани.
Осталась у меня еще одна такая серьга. Я ее пущу на другое какое-нибудь украшение. Ну, все-таки все варианты, которые я прикидывала, не позволяли эти две серьги использовать одновременно. Они очень крупные, они слишком крупные для сережек. Ну, нет, есть такой стиль, но как бы как-то они смотрелись очень уж тяжеловесно. То есть это был явно не тот вариант, который, вот, скажем так, меня не нравился. Вот в качестве подвески, в качестве соединителя, даже в качестве соединителя оно смотрелось бы крупновато. Ну, в качестве подвески пошло. Но я попробую еще как-нибудь сделать вот что-то из такой сережки, другое уже. Что тут еще нужно рассказать? Вот длина этого украшения, почему я все-таки хотела, сначала показала его на мужском манекене. Видите, оно должно было бы вот так вот сидеть. Оно провисает. Я-то сделаю удлинительную цепочку, но мне почему-то хочется его ближе к шее. И, может быть, я не права, но почему-то меня тянет вот так вот. Вот как по мне, оно сразу преображается. Ну, оставим возможность хозяйке украшения выбрать. Давайте посмотрим, как это будет смотреться на нейтральной одежде. Вот в таком случае, как говорит моя мама, украшение украшает одежду. То есть вот она какое-то мое украшение примеряла с каким-то желтеньким свитером и говорит, он такой был никакой. И говорит, только я надела твои бусы, как свитер заиграл, говорит. И все, говорит, мне где-то находила, делали ей комплименты. Вот, наверное, вот это украшение, ну, согласно маминой терминологии, оно украшает и дает возможность заиграть одежде. Видите, такая абсолютно невзрачная простая блуза, и как украшение на ней смотрится. Тут в данном случае включаются, наверное, светлые вот эти всякие и осколочки, и вот диски светлые, и светлые вот тут вот бисер, то есть включаются светлые оттенки. Ну, наверное, так я и задумывала, чтобы это можно было носить с несколькими. Хотя в целом гамма этого украшения, конечно же, бирюзовая. И, конечно же, с бирюзовым оно тоже будет красиво смотреться. Ну, пускай ваша фантазия вам дорисует, как именно. Если я сейчас надену это на бирюзовое, оно полностью сольется. На экране оно сольется. В жизни, конечно, оно будет заметно. Визуализировать, наверное, может каждый, как это будет выглядеть, если это будет монохром, то есть вот такое вот бирюзовое и вот это украшение. Ну, вот так вот оно смотрится. Я знаю, что вы мне обязательно напишите в комментариях, если будут какие-то замечания. Ну, а в следующей переделке я все-таки доделаю мелочевку, потому что у меня только два украшения получилось. Вот что я на следующий раз возьму доделывать, посмотрите. Это немного перламутра у меня будет. Посмотрите, какой он красивенький. Вот есть как бы изнаночная сторона у него в некоторых бусинках. Это там, где ракушка видна, внешняя сторона. А есть вот такая вот перламутровая сторона этих бусинок, и она мне очень нравится, но они очень мелкие. То есть они настолько мелкие, что я даже не знаю, что как можно показать эту красоту вот этой перламутровой стороны. Нанизывать их на что-то, на какие-то колечки или пины, но это просто дикая работа, тем более, что у них есть изнанка. Тут вопрос. И к этим бусинкам есть еще вот такие вот. И это ракушка. Эти более толстые, чем вот эти, но тоже как бы родственный материал и одинакового диаметра этот материал. Буду ли я это как-то использовать? Наверное. Вот такие вот диски у меня будут из ракушки. Их немного, может быть, какие-то что-то свое добавлю, еще не знаю. Но вот как бы вот предварительно это вот это. Есть еще три браслета и есть вот такой вот бисер. Вот голубой бисер
Здесь коричневый, здесь синие бусинки, монетки. Это все, конечно, в одной какой-то такой вот стилистике. Я думаю, что, наверное, это надо соединить. У меня еще остались коричневые бусинки от переделки, которую я вам только что показывала. Это вот такая вот, такие вот деревянные бусинки. Ну, они вот, например, с бисером этим сочетаются. Возможно, я еще эти бусинки сюда возьму. Есть еще одна сережка, но я ее не буду в эту переделку пускать, потому что здесь белый металл, а это бронза. И, конечно же, это, ну, не тот случай, когда можно сочетать эти разные материалы. Поэтому предварительно у меня опять вот эта мелочевка будет. И на этом я, наверное, с мелочью покончу. Вот все, что мне отдавала Руслана, это, наверное, последние мелкие бусины. Там остался коралл. Осталось что-то белое, похожее на прессованный агат или что-то такое. И остался что-то похожее на бирюзу, но не бирюза, конечно. Вот, там крупные бусины. А вот мелкие остались вот такие вот. Так что я начинаю новую переделку. Увидимся скоро. Не знаю, мелкие бусины занимают очень много времени. Иногда это как три украшения сделать. Но я думаю, в неделю я вложусь. До встречи. Пока-пока. Увидимся.